Жители Хабаровска во Владивостоке возмущены состоянием межквартальной дороги. Ямы, забитые ливневки, не дают спокойно проехать вот уже 10 лет. Дорога прилегает к жилым домам, но пользуются ей все жители города. Проезд выводят на Океанский проспект. По нему движутся не только обычные автомобилисты, но и спецмашины, пожарные, скорые, полиция. По уверению жителей, они не раз обращались в администрацию города и даже прокуратуру, но дорогу так и не отремонтировали. В результате приватизации 2010 и 2011 годов часть дороги отошла жилым домам. Теперь чиновники отказываются проводить ремонт, ссылаясь на то, что это задача местных жителей. Эту дорогу не ремонтируют уже лет 10. Ну, я живу здесь больше, чем 10 лет. Вот. И когда мы стали обращаться в разные инстанции, мы получали отписки. А последнее время нам вообще говорят, что этой дороги нет. Дорога, это муниципальная дорога, улица Союзная. По ней есть проезд, как на Океанский проспект можно выехать, а к домам 99, 97 и 101. И вот эта дорога постепенно приходит в негодность. Она убита, ее не чистят зимой, и мы ломаем руки, ноги, автомобилисты бьют машины. И когда кто-то здесь встает, то пробка. Ее хорошо было бы расширить и отремонтировать. Ну и понять, кому она принадлежит, чтобы мы могли четко потребовать, кто за это отвечает.